Всем привет! Ужин из картошки быстро и просто? Легко! И сегодня мы в этом с вами убедимся. Приятного просмотра! Не забудьте оценить мои старания лайком и подпиской на канал. Итак, поехали! Одну большую картошку желательно взять продолговатой формы, чистим, моем и нарезаем на тонкие кольца, примерно по 2-3 мм толщиной. В сковородку вливаем 3 столовые ложки растительного масла, равномерно распределяем с помощью силиконовой кисточки и приступаем разлаживать картофель, как показано на видео. Ставим сковородку на умеренный огонь, накрываем крышкой и жарим примерно минут 7-8. За это время картошка станет мягкой и внизу уже подрумянится. А мы за это время делаем пока яичную заливку. Для этого в миску разбиваем 2 куриных яйца. По вкусу добавляем перец, паприку, соль или другие любимые специи. Все хорошенько перемешиваем венчиком или вилкой до однородности. Добавляем по желанию мелко нарезанную зелень. Еще раз перемешиваем и поливаем яичной смесью равномерно нашу картошечку. Оставляем на плите еще на минутки 2-3 под крышкой, чтобы яйцо хорошо схватилось. Ароматный вкусный ужин готов. Нарезаем на ломтики и кушаем со сметанкой или любимым соусом. Приятного аппетита! Не забудьте оценить мои старания лайком и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Всем пока-пока!